Пикачу, чу, чу, чу. Поехали. Это капец вообще. Все по эмоджи, да? Да. Что? Что? Да ё-моё, как так происходит? Что это? Это подготовлено было, мне кажется, да. Hi guys, вы смотрите новое шоу на канале Teen Talk, что вижу, то пою. Это первое батл-шоу, где не обязательно уметь петь. Самое главное петь быстрее и чаще. И чтобы все было быстрее, мы решили сократить название шоу. Теперь оно называется быстро ЧВТП. И мы начинаем наше увлекательное путешествие в мир песен. И для того, чтобы мы начали шоу, я представляю наших участников. В левом углу музыкального ринга с виду приятный парнишка, но внутри опасный чертяга. Любит пранковать друзей, хоть часто пранки и не удаются. Блин. На что он просто улыбается. Блогер, улыбака, Димас Блок! Аплодисменты. Да, спасибо. Теперь Юлечка, давай. В правом углу красота. На этом я мог бы остановиться, но стоит продолжить. Уникальная девушка, она одна из первых, если не единственная, кто на весь мир признала, что в женских головах жуткое жужжание. Отсюда и все проблемы. За такое признание ее музыка взлетела в топ-чарты. Та-дам! Блогер, тиктокер, певица Юля Гаврилина! Боже мой! Или просто в народе Юлька Шпулька. Да, совершенно. Дим, ты чего? Не будешь целовать. И знаешь почему? Потому что перед началом батла у нас, как в любом приличном батле, битва взглядов. Я готова. И благодаря этому у вас есть шанс напугать, влюбить в себя соперника, тем самым закончить быстро нокаутом и победить в этом шоу. Или вы сдаетесь, или делаете этот батл. Нет, делаем. Делаем. Окей. 3, 2, 1, поехали. Все! Убит! Таким легким. Это подготовлено было, мне кажется, да. Ну, ребята, для того, чтобы у вас сохранилась мотивация даже после такого такой битвы, я хочу сказать, что победителю достанется вот такой офигенский приз, наш фирменный микрофон, но он достанется только тому, кто победит в этом шоу. А мы... мои слова, что в конце с этим микрофончиком уйду я. После таких ударов я сомневался. Если нечестным путем, то просто заберу, украду и убегу. Дим, может ты правда уйдешь уже? Чего ты паришься? Давайте первый этот, нажмем головой. Мужики не сдаются. Давай. Итак, мы объявляем первый раунд, который называется «Разминка». Ваша задача, как только будет появляться на экране слово, жать на кнопку и быстро петь песню. Важно спеть песню. Если не будете петь песню, мы не будем вам зачитывать балл. По итогам этого раунда мы узнаем, кто победил, но только в первом раунде. Готовы? Да. 3, 2, 1, первое слово. Пикачу! Не зависай, поехали дальше. Минимум. А уже все. Отлично. А даже было раньше. Да, Дима. Да ё-моё, как так происходит? Танцы мои кроватью, не говори мне, хватит. Отлично, следующий. Ну все. Бэби. Что, бэби? Отдавай кнопку. Ну. Что? 3, 2, 1. Можно иностранные песни, ну. I like it like it's on, baby. Да, есть. Офигеть. Поболело и прошло. Что? Поболело и прошло. Отлично, зачем? Мы вместе с тобой. Это новый репертуар, что ли? Песня, ну. 3, 2, 1. Следующее слово. Да. День и ночь. Отлично, красотка. Это капец вообще. Сколько мне дождей? Что? Песня про родителей или про друга, не знаю. Давай, у тебя есть шанс, быстро. Блин, это есть песня Хамали Наваи, там. Сколько не виделись мы, сколько с тобой видел. Давайте не будем останавливаться. Мне кажется, это есть эта песня, зуб ставлю. Следующая песня, отлично, зачитываю. В моей голове психушка.
Ой, я мотив перепутала. Ну давайте, перелистывайте уже. Море, море, водопад. Нет, нет, мой, а на море белый песок. Отлично! Итак, мы закончили раунд. Блин, я проиграл, видимо, да? Нет, ну ты хотя бы попробовал размяться, и у тебя появился такой шанс. Во-первых, я хочу тебя поздравить, Юля. Сегодня мы узнали много новых песен, несуществующих. Ты можешь уже брать себе в репертуар. Если Дима скоро собирается петь, то у него тоже уже. Да я вещи сейчас соберу, иду уже, наверное, что-то я проиграю. Чувак, не сдавайся. Ладно. А у меня один балл хоть есть? Выкатывай яйца. Нет, поэтому итогу раунда у нас получилось следующим образом. Дима, ты молодец. Ты угадал целую одну песню. За что тебя аплодисменты? Юля в этот момент очень скромно угадала 11 треков. И по итогам этого раунда мы начисляем 1 балл. Юля, все, молодец, подводим итоги. В этом раунде по общему сейчас числу. Посмотрим. Давай, все, теперь я готов. Ты побеждаешь, пока ведешь со счетом 1-0, ну а мы переходим к следующему раунду. Следующий раунд называется «Шок-контент». Загадки и эмоджи – ваша задача угадать песню, но есть одна особенность. На каждый ребус дается 15 секунд. Если соперник угадывает раньше другого, второй получает мотивационную шоковую терапию. Если соперник не угадал сам, то также будет шокирован нашей реакцией. По истечении 15 секунд, если никто из участников не отгадывает, мы бьем шоком каждого из вас. Готовы? Да! Кто победит в раунде, получит 2 балла. Итак, поехали. Первое задание. 15 секунд. Угадай, где я? Я дома. Угадай, где я? Я в норме. Отлично. Следующий? Пачка сигарет. Нет. Морячок. Что там? 5. Ну, быстро, 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 быстро. Ну, думайте варианты. Что? Ну? Ветер с моря дул. А я что? 15 секунд прошло. Топит лед, скриптонит. Нет, 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 еще вариант. А что, меня не били? Не знаю. Ну ладно. Пожалели. Запоздалая реакция у тебя, запоздал у нас. 4 секунды. 3, 2. Мальчик лед, девочка вода. Нет. Между нами танец. Мне не ударили. Не ударили. Юля, у тебя накапливается реакция, поехали, 15 секунд. Бузова. Так, ну, правильно. Мало половин, мало. Нет, это неправильно, получаешь шок. А я-то чё? Все, стоп, 15 секунд, оба получают шокером, а это вообще-то водится. Ты абсолютно правильное направление выбрала. Это была Бузова, следующее задание. Черное такси! Блин, красное. Не знаю. Черный бумер! Да, черный бумер! Давайте посильнее, что-то 40 вообще не идет. Да, что-то уже 4! Следующее задание. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай подумаем. Ну, самое модное слово сейчас. И у вас есть 5 секунд. 4. Вообще фиг знает. 3, 2. В голове любовь. 1. Это краш, ну что же вы? Что это? Краш. Клава Кока. Чего? Вообще не похоже. На Клава Кока или на краш? Теряем время, поехали. Она моя невеста. Ну, почти близко. Блин, девочка идет на свадьбу и берет кольцо. Это очень было близко. Ну, продолжай тему. Стоп! Это Егор Крид, невеста, ты моя невеста. Что-то затормаживай. Следующее задание. Так, борода, что это? Ну, это очень известный трек. Прям старенький-старенький, ну. Когда у тебя есть что-то, я тебе отвечу. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет. Юля! Следующее задание. Ей подсказывают. Юля, ты должна знать. Ты как девочка должна знать про эти чувства. Итак, ну, хотя бы варианты. Любовь. Дайте нам поработать шокером. Ну. Да я просто бейте, короче. 2 секунды. 3, 2, 1. Бей меня, люби. Не вспомнил. Следующее. Так, я вообще не знаю песню. Так. Я бокал полный. Нет. Да я меня-то за чё? Она у него. Ну давайте варианты, там же есть подсказка, прям слово торчит. Ну давай, нажимай кнопку, бей. Говори. Блин, у Гафура новая, ок. Нет. Ну уж я не знаю, как это петь. Стоп. Little Big, окей, I'm okay. А я не знаю. А чё, не били? Нормально? Я просто
готовлюсь, больно. А, ты готовишься? Больно. Тогда давайте не сильнее, ребят. А вот и все, мы закончили этот раунд. Итак, мы подводим результаты второго раунда «Шок-контент». Насколько я понимаю, что в этом раунде так же, как и в предыдущем, не победил Дима, но победила Юля! Как я и говорил, улыбака, да? В любой ситуации лучше улыбаться. Я же девочка. Вы еще готовы продолжать биться за нашу? Да, капитан! Тогда мы переходим к третьему раунду, который называется «Найди меня, если сможешь». Ваша задача – найти предметы на картинке и спеть песню с каждым из них. За каждую песню мы будем начислять вам балл. По итогам спетых песен, набранных баллов, мы будем подводить итог, кто же победил в этом раунде. Если вы будете знать несколько песен на один эмоджи, вы можете их петь столько, сколько вы хотите. Главное, чтобы песни были разные. Понятно? Да. Готовы? Да, я готова. Все готово, давайте, поехали. Поехали, третий раунд. В моей голове жу-жу-жу. Есть, дальше. Ее бокал полный ксон. Да, отлично. День рождения у тебя. Ну или там это. Белые розы, белые розы. Твои слова водится, как не годится. Земля, это что? Это лето, как осень, душа кислорода не просит. Слова покупазна. Чашка! Новый мерин, как там? Ну, давай, давай. Даю. Ну. А, нет, Пашка, сигарет в моем кармане. Так. Итак, у нас остается 10 секунд. Он уже пел эту песню. Мерин, пацаны, ну скажите кто-нибудь уже. Ну у тебя же там подсказка, вон вот прям. Что? Просто поцелуй, время вышло. Меня целуй. Я одну хоть угадал. Хоть одну, наверное, угадал. Короче, мы сейчас подведем итоги. Плохой. Я хочу сказать, что вы смотрите шоу «Что вижу, то пою». Подписывайтесь, ставьте лайки. И главное, ставьте себе колокольчик, чтобы знать, когда вы увидите следующий выпуск. А мы подводим итоги этого раунда. И у нас победа. Дима, красавчик, ты сделал шаг вперед. И в этом раунде ты уводил целую песню. Ребят, но это прогресс, я считаю, поэтому лайк надо поставить. Ну и Юля скромными шажками, угадав 5 баллов, снова побеждает в этом раунде. Сейчас счет по итогу у нас получается 8-1, ведет у нас красотка. А улыбака пока улыбается. Я хочу вас пригласить в следующий раунд, где у тебя будет возможность отыграться, потому что мы будем давать по 2 балла за каждый угаданный трек. Итак, у нас финал. Финальный раунд, который называется «Что нащупал, то пою». Своими собственными руками вы нащупываете предмет, узнаете его или их, поете с ним или про него песню. За каждый угаданный предмет вы получаете 2 балла. Димас, у тебя есть возможность сейчас отыграться. Я сейчас 100%. Юля, у тебя есть возможность укрепить свои позиции. На счет 3-2-1 вы засовываете в эту коробку руки, и мы начинаем. Мы дадим вам 2 минуты, чтобы решить итог этого раунда. Готовы? 3, 2, 1, поехали! Вино! Вино! Шампанское! Песня, песня! Ну! Зайка! Зайка моя! Я твой зайка! А без песни же договаривались! Песню пой, ну! Белое вино, ну! Давай дальше! Ладно, другое. Пистолет. Ну, нет. Макароны! Это супримовский пистолет, там деньги. Ну, дальше, дальше. Дам, песня слышишь? Нужна. Ну. Ребята, вы не молчите, нам страшно. Расчешу. Заяц. У тебя было какое детство, интересно. Блин, ребят, давайте просто за слово уже, пожалуйста. Я уже там все угадал счетом. Песню называй, песню пой. В голове звезда. Что это за песня? Ой, что это? Спой ее, спой. О, макароны. Макароны. Что это? Я просто не понимаю. Палка. Ну блин, напомню, что у вас рука Юлина. Минута практически прошла. Шарик. Ну! Что это? Да боже мой! Там говно! И бокал полный ксон. Ну окей, отлично! Да блин! Димон, давай, давай, мы тебя поддерживаем. АК-47. А песня? Время пострелять между нами. Попадать. Короче, я рука, рука. Там кактус. Такая песня есть? Кактус.
Димас, ты уже начал жевать язык, хватит. Так, не, зефир взял. Ой, опять макароны. И песня. Ребят, мы сюда вас не кормить. Да, блин, боже, звезда. Заяц. Да что с зайцем-то? 20 секунд, есть шанс. Подскажи зайцем. И это все знают, я звезда. Ну, давай, я тебе подсказываю, есть песня. Надо было подготовиться. Это Джонни, Джонни. Звезда. Короче, я не звезда, что тебе еще от меня нужна. 5 секунд, Дима, 5 секунд. Да боже мой, помада, черная помада, красная. Ну а красная, стоп. Потрогай, потрогай, на, потрогай, стой. Макароны. Это доширак. Я все угадал, я по сути все угадал. Пока наши участники приходят в чувство, приводят себя в чувство. Ну я-то победила. Не, ну я считаю, я профессионал, это ты первый красавчик. Участник, кто... Ты поедатель зефира отныне. Вкусный, да. Реально? Да, я съел зефир. В следующий раз, когда мы пригласим тебя, мы положим туда больше еды, грязный, ты дурак. Чтобы тебе было чем заниматься, пока твоя соперница будет угадывать. Итак, подводим итоги этого раунда. Со счетом 0-8 победила Юля! Молодец, Юль, поздравляю тебя! Я даже не знаю, ладно, стоит давай. Или не стоит сейчас подводить нет, итоги не этого раунда. Головой, ну, вам интересны итоги раунда? Да. Или мы да, просто разойдемся? А это конец? Есть, это конец. Для кого-то, а для кого-то это начало большого пути. 16-1, победа Юлии Гаврилина, и мы тебя поздравляем! Спасибо большое! Ребята, это моя вторая награда. Это заслуженно. Нет, это твоя первая награда. В этом шоу первое. Вообще. Нет, у меня настоящая, когда ты билась, ну, как потрогай. Черт просто билась, это на твоя не первая потрогай. Настоящая нет. Заслуженная награда. Мы тебя с ней поздравляем, Дима. У тебя есть 5 секунд что-то сказать. Жужу выиграла, жужу всегда в моей. Потому что подписчики начинают таять в твоих аккаунтах. Быстро, знаете, быстро. Знаете, ребята, я не ожидал, что такое вот еще меньше подписчиков подойдет. Стало. Нет! Мужик, держи подписывайтесь позицию. На меня, не слушайте их, не слушайте. А мы поздравляем Юлю с победой, спасибо участникам. До встречи на канале Teen Talk Show. Что вижу, то пою. Ну, скажи, шпулики скажи. Самые лучшие. Вот знаете, если вы шпулик, то всегда будете побеждать. Везде, всегда, всегда, везде. Всем до свидания, пока. Это было шоу «Что вижу, то пою». Пока! Ну, это капец. Всем пока! Всем пока!